Так, ну что, дорогие друзья, продолжаем изучать мудрость мудрейшего из людей, царя Шломо. Кто у нас на уроке, кто пришел первый, кто присоединяется, кто зашел первый. Так, итак, значит, мы очень хорошо продвигаемся с Мишлей, и уже прям нам практически все стало понятно, что царь Шломо вообще думает. То есть он думает, что Тора – это самое главное. И он смотрит на мир через операционную систему Тора 5778. Это сейчас модель у нас. А он смотрел Тора, значит, к его рождению. Он жил 3000, около 3000 лет назад он жил, получается, 2900, да? То есть это была Тора 2, версия 2870. И, но в то время, как бы мы на сегодня потеряли навык пророчества, то есть у нас реально нет пророчества, мы не умеем пользоваться мозгом, потому что у нас мозг все время, с детства он забит шумами, забит какими-то, знаете, человек рождается, ребенок, и на него сразу такая информационная, на него прям одевается такая, как матрица, да? И он уже видит мир, его мозг прямо формируется, прямо программируется той информацией, которая в него входит. А раньше человек, когда рождался, он очень была такая, ну, насколько я понимаю, особенно у пастухов, то те, кто были пастухами, они все время были в медитации. Даже сейчас, наверное, если кто пастухи, они все время находятся в соединении с природой. И, значит, природа это как бы такое вот именно произведение Бога, прямая как бы связь. То есть одно дело, когда у обычного человека, у него мозг программирует другие люди. То есть идет как бы формирование мозга под влиянием других людей. А человек, который находится большую часть времени на природе, то у него идет формирование мозга, вот есть я, вот есть природа. Значит, и все. И он ближе к Богу. То есть были пастухи ближе к Богу, чем сегодня вот мы. А они еще умели, у них были такие качества, те, которые умели, те, которые знали, вот как царь Шломо, он был сыном царя Давида. И те, кто знали, то есть у них была каббала, как бы они объясняли, были целые школы пророков, как входить в это состояние пророчества. То есть мы сегодня не знаем. А они реально знали, как зайти в свой внутренний мир. И как в этом внутреннем мире с помощью управляемого внимания зайти в духовный мир? То есть через внутренний мир человека, то есть тело, есть душа, они соединяются. Где они соединяются? Во внутреннем мире. И вот они умели своим вниманием зайти в внутренний мир и выйти сквозь внутренний мир, выйти в духовный мир. И известная история, как четверо великих мудрецов зашли в Пардес. Пардес – это как раз условное обозначение вот этого вот духовного мира, да, пардес, это как бы в Торе есть пшат, это прямой смысл, ремес, это намек, драш, это зашифрованный смысл, и сод, это тайна. И через, очевидно, там слова Торы, визуализация имен Всевышнего и так далее, они выходили из материального мира, заходили в духовный. И известно, что четверо зашли вот в этот пардес. Пардес – это на английском paradise. Откуда слово paradise? Рай – это слово пардес. Пардес переводится сад. Но мы видим, что это вот смотришь на слово, вроде пардес или paradise. Потом копнул глубже, оказалось пардес. Копнул глубже, оказалось сокращение. Пшат, ремес, драш, сот. Копнул глубже, оказалось вообще это выход в духовный мир, которому дали условное обозначение – используя звуки этого мира, но по факту это вообще не, ну, это вообще что-то другое, что мы, большинство людей, не видели. И в Талмуде написано, что четверо туда заходили. Раби Акива, Бен Зама одного звали, Бен Азай, и четвертый это Элиша Бен Авуя. И что с ними произошло? Вы знаете, вот это как раз любителям каббалы посвящается. Когда они четверо зашли вот туда, в вот эти вот духовные выси, глубины или там выси, глубины, пространства, значит, один из них, Бен Зама или Бен Азай, вот я не помню, это было два, они были не братья, но они были такие друзья,
Ну, то есть они были именно люди, которые посвятили себя только Торе, только духовному развитию. Они даже оба не женились. И, значит, потому что они вообще к этому миру, он их не интересовал. И один из них зашел туда и сошел с ума. То есть он вернулся, но он уже был не здесь. То есть он просто, у него перегорели мозги, скажем так, да. То есть там, очевидно, он попал в какую-то, ну, там, историю, что он когда вернулся, он был полностью уже не здесь. Второй из них просто умер. Он туда ушел, и оторвалась его душа от тела. Все, умер. Третий, Элиша бен Авуа, это самая непонятная история. Он вернулся и отошел от Торы. То есть он что-то там увидел, как вся эта штука работает. И, возможно, кстати, интересно, я сейчас только понял, что он тоже сошел с ума. Нет, он просто сошел с ума. Потому что написано, человек никогда не грешит, или в него зашел руах штут. Зашел в него дух вот этой вот дурости. И получается, что один сошел с ума явно, а он сошел с ума неявно. То есть он внешне вел себя вроде как адекватный человек, но при этом был полностью неадекватный. У него была кличка Ахер, другой, типа ушел. Как еврей, это Авраам, перешел от мира идолопоклонников в новое состояние, а Ахер вот этот вот, да, Элиша бен Авуа, он ушел потом из самого высокого духовного состояния, ушел обратно. И про него известная история, что он пришел как-то к женщине легкого поведения. И он уже в то время, он ездил, ну, то есть он уже все нарушал. Он ушел на службу к римлянам, сдавал евреев, был предателем там. Ну, то есть все как бы вообще, ну, то есть, как это называется, коллаборационист. Ну, какой-то он был, в общем, ушел на службу к римлянам. И он пришел как-то к женщине легкого поведения, дело было в субботу. И пришел он к женщине легкого поведения, и когда он с ней стоял, он сломал веточку. И она ему говорит, ты не Элиша бен Авуа, ты другой. То есть не может быть, чтобы ты был мудрец Торы. Потому что она говорит, то, что ты пришел к женщине легкого поведения, это... Ну, в принципе, еще можно как-то понять, потому что это ецерара, это инстинкты, там, это вожделение. Это бывает, человек не справился со своим вожделением. Но зачем ты в шаббат ломаешь ветку? Нет от этого никакого удовольствия, нет от этого никакой пользы. Это не может быть ецерара. То есть ты там осознанно идешь против Бога. Она говорит, это не может быть, ты сумасшедший. То есть реально он сумасшедший был. То есть я сейчас только понял, что он был сумасшедший. Элиша бен Авуа конкретно псих. И, значит, мы видим, и только Раби Акива, бывший пастух, опять же, мы пришли к пастухам, бывший пастух, который в 40 лет только стал религиозным человеком, который был очень материальный. Интересно, что... Ну, как, нельзя сказать, что он был очень материальный. Он не был очень материальный, кстати, Раби Акива, но про него столько есть интересных историй, таких... Он был, ну, один из величайших мудрецов за всю историю Торы. Я сейчас не буду про него рассказывать. Кому интересно, погуглите. Раби Акива, его история, как он жил. Там множество про него историй, потому что он жил долгую жизнь, 120 лет. И прямо из его жизни можно выучить все законы, которые действуют вообще с жизнью человека. Он единственный поднялся и вернулся с миром. И знаете, я помню прикол про эту историю, когда он говорил, в чем главная была фишка, чтобы там пройти и не пострадать. Знаете, в чем была фишка? Это была фишка ничего не искажать, вообще ничего не искажать. То есть никаких не делать ярлыков, никаких не делать изменений. То есть именно то, что есть, есть. И там было, как только ты начинал искажать реальность своим восприятием реальности, сразу слетала башка. То есть я помню, что вот он говорил, Эмет, самое главное в том духовном мире ничего не искажать, не добавлять. И он был такой, вот что вижу, то и вижу. Все, только восприятие, чистое восприятие без искажения. Теперь дальше мы пришли, все собрались уже, все, мы изучаем восьмая глава, и сегодня у нас 13-й отрывок, в котором говорится так. Ират Ашем, страх перед Богом, снуат ра, ненависть к злу. Значит, те, которые боятся Бога, они ненавидят зло.
И значит, что Геа вегаон ведерех ра упита пухот санесия. И идут признаки, показывающие, что этот человек реально боится Бога. К чему приводит страх перед Богом? Он приводит, первое, ненависть ко злу. То есть Бог это добро, Бог это любовь, и все зло, что есть в мире, это создали люди, которые отходили от Бога. Начиная от первого человека, который не выполнил приказ Бога, и за это был изгнан из райского сада, и появилась смерть. Это было следствие того, что он пошел против Бога. Потом Каин и Эвель. Каин убил Эвеля, и как следствие мир опустился еще ниже. И дальше люди, в которых есть вот этот божественный потенциал, они шли против Бога, они создавали идолов, они меняли мир, они и так далее, и так далее. То есть все, что есть в мире плохого, это не Бог сделал, это сделали люди, которым Бог дал права доступа, свободу выбора и творческую силу влиять на этот мир. И поэтому, конечно, когда человек потом говорит, а где был Бог? Так Бог был там, куда его люди отправили. Если люди отвернулись от Бога, то Бог как раз был и там, куда они его отправили. Где-то его не было. Да? Когда люди идут к Богу, то в этот момент мир улучшается. И смысл вообще существования человека в мире и смысл существования каждого из нас в отдельности, это присоединиться к Богу, который добро, любовь, чистота, свет и все хорошее, что есть в мире. И когда каждый человек индивидуально присоединяется к Богу, и много людей присоединяется к Богу, мир в этот момент становится чистый, светлый, добрый и так далее. И вот здесь нам царь Шломо сказал вот этот признак. Боящиеся Бога, то есть те, у кого есть трепет перед Богом, у них нет больше никакого, то есть нужно только, чтобы был страх перед Богом, который заставляет делать только хорошие вещи. И признак этого снуатра, то есть человек, который боится Бога, он ненавидит зло. Гэвэ гаон, и он ненавидит гордость, гордость он ненавидит. Что такое ненавидит гордость? У человека есть иллюзия эго, что он существует, это иллюзия. То есть то, что человек думает про себя, что он существует отдельно от Бога, это как раз искусственная вот эта вот виртуальная реальность, как искусственный интеллект, да, то есть вот говорят, люди сейчас изобрели искусственный интеллект, и этот искусственный интеллект может восстать против человека. Так вот, люди сами по себе, люди, это биороботы, это такие как животные, в которых вдет искусственный интеллект и божественная душа. И этот искусственный интеллект, если он признает правила Создателя, то тогда он присоединяется к Божественной Душе, и он становится обслуживающий инструмент для Божественной Души, и он заставляет тело выполнять заповеди, Божественную волю, и через выполнение этих заповедей тело, оно поднимается на следующий уровень, и человек становится человеком, именно вот этим Божественным человеком, то есть поднимается тело на уровень души. Если же человек не идет против Бога, тогда этот интеллект, вот этот вот, он становится искусственным интеллектом, который восстал против Создателя, против Бога. И к чему это приводит? Это приводит главный признак того, что этот искусственный интеллект захватил власть, и он не подчиняется душе и Богу, это гордость. Я красавчик. Да какой ты красавчик, если так посмотреть вообще на любого человека. Тебе Бог, он тебе дал возможности, дал инструменты, и тебе на какой-то момент показалось, что ты что-то в жизни сделал. Ничего никто в жизни не сделал. Все вот эти вот олимпийские чемпионы, там какие-то, кто еще гордится собой, там миллионеры, миллиардеры. Это пылинка вообще во вселенной. Это не просто пылинка во вселенной, это просто вообще никто звать никак, и через 100 лет вспомните хоть одного, который там крутой. Так вспомните, Ван Гог крутой, он себе ухо отрезал, и то, а кто он при жизни был? Никто. И даже если человек, он сильно гордится собой, то по факту это все чистая пустота. И это как раз то, что ведет человека против Бога, это эго, это гордость. И написано, что гордость вытесняет Бога из этого мира. Как только человек говорит, я сделал, все, значит, это он отделил себя от Бога. Если человек понимает, как оно обстоит на самом деле, то тогда он говорит, вот Бог, интересно, как он все кружит, да, то есть я как бы там, ну, такое вот интересное переплетение обстоятельств, что сейчас мне кажется, что, ну, там, реализовалось моя какое-то желание. Но человек религиозный, он говорит, Барух Ашем, слава Богу,
если я сделаю Безрат Ашем, с Божьей помощью, если это мицва, или Имарце Ашем, если Бог захочет, это если Бог захочет. То есть все в этом мире настолько непредсказуемо. Я вчера только история, там у меня есть один товарищ, который он просто вообще там очень полагался и ожидал, сделал прямо полностью ставку на какого-то человека, что сейчас этот человек там очень крутой, какой-то там, ну, в общем, госчиновник какой-то, все, и он ему будет сейчас помогать. И он просто вообще такой был счастливый, довольный, радостный, крутой. И тут бах, джж, и этого чиновника снимают с должности. В один момент снимают с должности. И это о чем говорил царь Давид? Он говорил так, что «Альтиф тихубы надивим», не опирайтесь на добродетелей, на надивим это, на дающих. «Бэбэ надам шээн лот шоа», на человека, на сына человеческого не полагайтесь, нет от него спасения. «Тэце рухо яшув ля адмато», выйдет из него дух, который Бог ему дает вообще силу двигаться. «Яшув ля адмато», вернется он в землю, то есть Адам он из земли взят. Тело человека – набор микроэлементов, мешок с костями и с мясом. Только выйдет из него дух, и он вернется в землю. Яшув ля адмато, байом ау авду эштанатав. В этот день потеряются все, кто на него опирались. То есть вся эта система, она как карточный домик. Она вот так вот в секунду рушится. И те, кто это понимают, они, наоборот, они самые сильные элементы в этой системе, потому что они реально понимают, как система работает, как... Сейчас уже доказал, это есть черный лебедь, теория в экономике, да, Нисим Талеб, который говорит, парни, вы думаете, что вы знаете, что будет в экономике? Все вот эти вот эксперты вам рисуют граффити там и говорят, мы все знаем. Ничего они не знают, они вас обманывают, тупо они вас обманывают, потому что Lehman Brothers в 2008 году обанкротились. И за последние 20 лет компании, которые считались там 500 самых богатых компаний Америки, из них половина исчезла. То есть все вот эти вот рассказы, расчеты, там книга, самая крутая книга в экономике «От хорошего к великому», которая рассказывала про компании, которые, Фил Коллинз, которые там 20 лет они показывали рост в 3 раза выше рынка, и давайте выучим, на какой системе они были построены, все поймем, все об это, прям вообще он мудрейший такой, знаете, это «От хорошего к великому» книга, самая крутая читается по бизнесу. Сейчас из этих компаний 80% нету, просто исчезли. За последние годы буквально. То есть этот мир непредсказуемый. Миром управляет Бог и все. Это надо понять и осознать. И значит, поэтому наш Шломо Мелех предупреждал. Значит, тот, кто боится Бога, он ненавидит зло, он ненавидит гордость и гордецов, которые понтуются, как будто бы это они что-то в этом мире сделали. Ведерех ра, и он ненавидит путь зла. То есть есть просто зло, а есть путь зла. Чем отличается путь зла от зла? Например, есть очень много вещей в этом мире, да, как есть утро, есть день, яркое солнце, полдень, есть ночь, темнота, а есть промежуточные варианты, сумерки, вечер, утро, восход, закат, все вот это вот, это непонятно. То есть этот мир, он есть что-то в чистом виде, зло, а есть путь зла, это то, что ведет ко злу, да. Значит, человек идет вечером в ночной клуб, да, он говорит, а что, я иду просто в ночной клуб. Я иду в ночной клуб, значит, понятное дело, что ночью в ночном клубе собираются люди, которым, наверное, завтра утром не надо на работу, которые сейчас набухаются, которые ищут себе там каких-то партнеров случайных, да. Понятно, что это опасное место, это путь зла, это не зло само по себе. То есть, по большому счету, ну, ночной клуб, ну, музыка играет, ну, там борща поесть ночью можно тоже пойти, да. Но... реально, это уже на пути в сторону не добра, это на пути в сторону зла. Понятно, да? И... просто тот, кто боится Бога, ненавидит зло. Мы не толерантны? Мы не толерантны. Нет, еще раз. Это критерии. То есть человек, который боится Бога, он ненавидит зло. Раз. Он ненавидит гордость. Два. Он ненавидит вот этот путь зла. Это три. Вепита апухот санеси. И еще род, который искажает, искривляет, я ненавижу тоже. Значит, если посмотреть просто на мир, вот сквозь телевизор, телевизионная коробка, это как раз вот яркая иллюстрация род, который, та апухот, который все переворачивает. Да, то есть
такие специально обученные лекторы, не лекторы, а эти самые дикторы телевидения, да, новости. С такими рожами они втирают вот именно то, что им сказали втирать. У них прописано им, что они должны втирать. Это пропаганда, конкретная пропаганда. И это называется как раз рот-тап-уход. Ему, значит, скажи сегодня одно, он будет одно говорить. Скажи другое, он будет другое говорить. То есть это чистый все обман. Значит, вот эти все там лидеры мнений, так называемые, да, им платят деньги и нанимаешь любого лидера мнения, который тебе скажет мнение, которое заплатит. То есть весь этот мир – это мир лжи, мир обмана, мир погони за какими-то удовольствиями, мир предательства и так далее. То есть весь мир, вот этот вот, вся эта коробка пластиковая, да, это все боящиеся Бога ненавидят, потому что это все уже, ну, это так и называется, мир лжи. Мы живем в мире лжи, все обманывают. Теперь дальше. А что же делать-то? Что же делать? И здесь нам дается, в 14 отрывке дается, что нам делать. «Ли Ица, ветушия», говорит Бог. Значит, «мне говорит Ица, и мне тушия». Значит, «они бина лигвура». Бог говорит, что если человек, он присоединяется к Богу, тогда он получит Ица, совет от Бога. Ица – это внутренняя мысль, которая идет от Бога. Значит, это интересно очень. Как написано, много замыслов в сердце человека, а замысел Бога, он исполнится. Как это работает? Если человек, он отключится от внешнего мира и послушает свой внутренний мир, да, вот просто он успокоится, подышит, есть там дыхательные разные техники. А что же делать-то? Он подышит, через дыхание можно войти в свой внутренний мир. Расслабиться, успокоиться. И через вот это вот расслабление, успокоение, он войдет просто вот реально в свой внутренний мир и послушает. То он услышит совет от Бога. Так здесь написано. Ли Эца, от меня идет вот этот внутренний совет. Только нужно услышать, как есть голос тишины, да? То есть интересно, что Бога можно услышать через тишину внутреннюю. То есть если прислушаться не к голосам, не к каким-то там мыслям, картинкам, а просто прислушаться к тишине внутри себя, вот там как раз через эту тишину можно услышать свою душу и можно услышать голос Бога. В тушия, значит, тушия – это интересная вещь. Тушия – это на английском переводе, знаете, как интересно? Resourcefulness. Ресурсы, то есть наполненность ресурсами тушия. Значит, есть такие люди, которые изнутри, вот именно Стивен Кови назвал первый навык высокоэффективных людей проактивность, которые идут изнутри. Есть люди, у которых внутри рождается какая-то миссия, какая-то идея, и у них вдруг изнутри появляется огромная сила ее реализовать. Их называют лидеры, их называют там какие-то, ну вот, I have a dream, у меня есть мечта, Мартин Лютер Кинг, или там Махатма Ганди, тоже у него была мечта. То есть эти люди, там та же, возьмем сейчас не еврейскую тематику, да, там та же мать Тереза, да, у него была мечта. У кого еще была мечта? У Авраама Линкольна была мечта освободить афроамериканцев. То есть есть люди, которые вдруг у них изнутри всплывает такая какая-то сила. Самый яркий пример, если возьмем еврейский мир за последнее время, это Любавический Ребе, да? У него была реальная мечта привести Машеха. Мы все обязаны ждать Машеха, мы все обязаны его привести, хотеть его привести. Но как бы большинство живут по принципу, есть известная история, как рассказывают ее в местечке, была такая еврейская семья в 20-е годы, там, 1910 год, погромы там какие-то, это самое. Но они все равно старались как-то жить и выживать. И вот они, значит, то белые прошли через местечко, то красные прошли. То они все время как-то они, в общем, мучались, но выживали. И тут, значит, раввин в синагоге говорит, все,
Значит, мы должны сейчас встать и идти в Иерусалим. Потому что если мы встанем, мы по-настоящему так поверим от всего сердца, что Машиах должен прийти, Машиах придет тут же. Нужна просто вера, такая яркая, сильная вера. Давайте все встаем, что нам здесь, что нас здесь держит. Мы должны все вместе встать и поверить, и Бог нас как на крыльях понесет, значит, все. Идем. Один еврей, который его слушал, говорит, вы знаете, говорит, я так не могу принять решение, мне нужно с женой посоветоваться, мне нужно пойти у жены спросить. Равин говорит, послушай, какая жена, мы должны встать, вера. Он говорит, нет, Рэбе, я пойду к жене. Приходит он к жене, значит, возвращается, говорит, вы знаете, жена сказала, что мы не можем идти в Иерусалим встречать Машиаха, потому что у нас, ну, мы гусей только недавно завели, как бы это самое. Он ему говорит, какие гуси ты, что ты вообще понимаешь, о чем идет речь? Иерусалим, идем встречать Машиаха. Сейчас мы, если вот чуть-чуть, у меня было, а он был раввин такой, каббалист, у меня было там видение, нам чуть-чуть не хватает, последней капли не хватает вот этой вот веры чистой, чтобы мы вышли и пошли. Он говорит, Рэбе, вы знаете, мне все равно надо с женой посоветоваться. Идет к жене, возвращается и говорит, а раввин говорит, неужели, что тебя здесь держит вообще, какие гуси? Посмотри, тут то казаки, то Красная Армия, то белые, то это самое, все нападают на тебя, погромы. Что тебя держит здесь? Да, ты подумай вообще, о чем ты говоришь, какие гуси? Он говорит, я под жены спрашиваю, пришел к жене, сбегал, возвращается, говорит, вы знаете, жена говорит, что, а нельзя ли так сделать, чтобы казаков отсюда забрать в Иерусалим, а мы чтобы здесь остались, чтобы нам здесь поспокойно, ну, мы же гусей завели, все. Вот это вот то, что нас держит, вот эти все гуси. И, значит, ну, бывают люди, которым Бог дает ресурс, ресурс fullness. Он им дает силу для того, чтобы они могли говорить со всеми остальными о Боге. И он дает, как говорит Всевышний здесь через Шлома Мелаха, что лица, он говорит, я даю всем советы, просто большинство их не слышит. В эту шия я даю ресурсы всем. Они бина, то есть то, что есть у человека сообразительность, это чем больше связи с Богом, тем больше сообразительность. Я бина, вот эта сообразительность, лигвура, и от меня сила идет, да? Просто нужно ко мне прилепиться, присоединиться. И когда любой человек присоединяется к Богу, то у него эти все качества растут. Когда иногда Бог выбирает таких людей, как Моше Рабейну, как царь Давид. Но опять же, царь Давид, у него же был выбор, идти против Голиата или не идти. И царь Давид, он вышел, шел этот Голиат, такая обезьяна огромная, да, Голиат. И он кричал, что, говорит, вот эти все евреи, там, Израиль, что они вообще? И он позорил Бога. Выходит царь Давид и говорит, что эта обезьяна тут ходит против Бога, говорит. Значит, ему все говорят, ну как? Он говорит, я иду сейчас с ним воевать. То есть, ну, Бог со мной, как это так? Пытался он надеть доспехи Шауля, а они на него большие, он был маленький. Он говорит, не нужны мне доспехи, все. Значит, взял камень, покрутил над головой, тюш, там укинул в лоб прямо, и тот упал, царь Давид подбегает, выхватил у него нож, и ему, значит, голову обрубил. Все. Так вот Давид убил Голиата. Значит, у каждого из нас есть сила от Бога, нужно только ее пробудить, и пробуждать мы ее будем, когда? Завтра. Ух ты, 28 минут прямо мы сегодня позанимались. Хорошо, дорогие друзья, все, делаем три вывода. Делаем три вывода. Значит, мы должны, как сказал царь Давид, отодвинуться от зла и делать добро. Вначале нужно возненавидеть зло. Возненавидеть нужно зло, телевизор, обман, злодей. Нужно вначале возненавидеть, и после этого Бог на освободившееся место, когда освободить место, это я для себя сделал выводы, он даст туда что? Совет, ресурсов, resourcefulness, и даст еще что, как перевели на английский, бина, I am understanding, он даст understanding, понимание, и даст он еще, знаете что, courage is mine, и даст он courage, смелость. Гура это переводится как courage, смелость. Все, дорогие друзья, я вам желаю сегодня resourcefulness, это раз. Второе, я вам желаю understanding and courage. Все. Удачи, успехов. Напишите три своих совета. Напишите три своих понимания. Свое understanding. Давайте напишем three understanding. Все. Удачи, успехов. Всем пока.